Ну что, попробуем вытащить наш агрегат. Наш агрегат. Ты агрегат, Дуня. Ты, Дуня, агрегат. Ну что, расконсервировать пора тебя, Дуня. Ди-ди-ди-дин. По-моему, с 14-го года он у меня. Или с 15-го. С 15-го, наверное, все-таки. Вот такой красивый четырехтактный агрегат. Немножко упрощенный уже. Упрощенный вот так вот. Потому что трос. Тросик у него там был заржавел. Вот такого. Оказывается, тросика сейчас уже у нас и нету. Вот такой гаджет. Я уже показывал. А я все время вытаскиваю. Повыпендриваться. МТД 395 ПО. Ну что, масло менял я в прошлом году в нем. Вот тут впервые за 4 года, наверное. Полусинтетика. Такая же точно, как в машине у меня. О, чистенькая. Чистенькая. Полусинтетическая. CF4 по API. Так что можно гонять, как на Формуле 1. Не самоходная, сразу говорю. Приходится ее толкать. О, то в прошлом году я ее закатывал по мокрому. Еще вот травичка даже осталась на ней. Ти-ди-ди-ди. Вот такой вот агрегат. Что у нас там? Опа. О, бензинчик есть. Будем пробовать. Честно, честно скажу, не буду дергать при вас, чтобы не облажаться. Вот тут праймер у меня. Я его, кстати, только на третий год понял, что это за пуколка. Она и так хорошо заводилась. Вот такое двигло тут стоит. Не знаю даже, но работало без проблем. Оно. Вот такая вот тут штучка. Ее надо иногда так вот шевелить. Тут воздушный фильтр, но фильтр я проверял. Фильтр воздушный — это вещь. Конечно, вот так вот я приведу в порядок. Приведу в порядок. Ой, еще даже наклейка не отклеилась. Когда-то я на ней даже подхалтуривал на дачах. Ну что, дерну, попробую. Оба, хотел сказать, не поверится, но с полоборота. О, вроде пошла. Не уверена, правда. Не уверена. Но сейчас раскочегарится, думаю. Вот такой вот агрегат получается. Уже, в принципе, кое-что можно и подкашивать. Но еще можно и посочковать, если честно. Вот и найду.
15-го года. Каждое лето трудится бедолага. Вот такая глушилка. Тут. Знаю, кто меня сейчас начнет тут поджучивать. Вот. Ну, как бы никогда она мне не нужна была. Вот тут она крепится и глушит, когда отпускаешь. Но есть у меня другое. Хочу поставить аварийную кнопку. Она, конечно, надо, по большому счету. Но меня разбаловал мой ровный участок. Передим. Никто не поверит. Боже. Пол этого. Пол этого тыка. Такая вот есть еще штука, но я ее не люблю. Вот на ней стоит нож, и вот этим ножиком я обрезаю там, где уже совсем не добраться. Вот на этой штуке замечательно, потому что так орать, как вот это вот орет. Не каждый нормальный человек. Хотя я знаю людей, которые очень любят поорать этой хрени, особенно с утра пораньше. Вот такой вот. Фух, агрегат по белой трухе. Тиридим. 7 килограмм. 1,25 киловатт. Миксинг 40 к 1. Не 50, а 40. Вот такой у нас миксинг. Но я вот эти агрегаты лично терпеть не могу. Скажу вам, не то я. Хотя он работает безупречно. Очень редко я его достаю. Когда уже совсем не в моготу. Ну или когда соседи надоедают, я его тогда чик и пошел. Вот он, кстати, удобная штука. Куплен, кстати, в Варшаве. Не хухр-мухр тебе. Разнимается пополам. Говорят, что это не очень хорошо. Но мне лично это нравится. И вот такой у него диск. Я его так аккуратно отмерил. У него были широкие лопасти, я их согнал. У него инерция меньше стала. И косит он замечательно. Есть еще шпуля, но я шпулю не люблю. Отрывается нахрен. Это леска, если плохая попадается, это геморрой. Надо постоянно ее заряжать, она быстро отваливается. Короче, не люблю это дело. Вот такие вот у меня, друзья мои, агрегаты. А вот это ж ласточка. На вот этом баке можно выкосить все мои 20 соток, или сколько тут, не знаю, не мерил, но много, немало. Вот такие дела. Взял ее нежно. Зафиксировал, чтобы этот не упал. Потом я вот так, интересно, сейчас. Ти-ти-тим. Вот так вот. На плечи носи вот эту вот штуку. Вот аппарат. Реально.